мне в руки попал вот такой вот щит треугольный, утюжок, в простонародье его еще называют. И сейчас этим щитом я буду заниматься. В принципе, вот такая вот конструкция. По рулям, если смотреть, он из фанеры. Моя задача заключается в том, чтобы раскрасить этот щит и довести его до ума, то есть в финальную, конечную стадию. Ну и потом поставим подушку. Но это ладно, это будет потом. Сейчас я именно хочу сделать такой обзор, именно рисунок очередного щита. И уже в дальнейшем, в будущем, я сам буду делать такие же щиты, пробовать гнуть фанеру, смотреть. Хоть это не антуражно, не аутентично, но, как говорится, моя задача заключается в том, чтобы именно разукрасить его. Этим будем заниматься. Закончил треуголочку, вот она, треугольник, так сказать, утюжок, получился вот такой вот рисунок, вот с таким вот щитом, пророщенный крест, чуть он изменен, значит, попробую ставить картинку, он находится, вот такой же крест находится на круглом щите, вот, но концепция не меняется, вполне он такой, рисунок получился хороший, красиво смотрится на щите, вот такой вот утюг, торч по-другому еще. Вот шел как бы конечный его результат. Вот. Крепится, значит, он у него локтевой хват. Вот. Таким вот образом. Останется только поставить подушку, но я думаю, никому не будет интересно. Я так это быстренько сделал ролик по поводу того, чтобы просто показать, что от меня как бы хотели люди, и то, что я сделал именно как бы на заказ. Так что вот так. Все. Ладно, всем спасибо и пока.